Открытые городские спаборництвы на слаломной трассе Пячерского лесопарку у Могилеве проходят уже другим разом. Побач с могилевчанами за узнагороды турниру змагаются спортсмены из Минска и Витебской области. Горнолыжникам треба пройти дистанцию без помылок и за максимально худкий час. В наших соревнованиях сегодня принимают участие где-то порядка 60 человек. Самому юному участнику 7 лет, самому пожилому где-то около 55 лет. У Беларуси нема горды и надворье зредку радуя снегом у апошние годы. А тому такие турниры для горнолыжников – сапраўдное свято. Особливо его чекают самые юные удельники. Снега ждали очень сильно. Хотя и выезжали в Украину на сборы еще куда-то, но все равно снега очень ждали и очень рады тому, что он наконец-то появился. Вот эти палки стояли на расстоянии, и было очень трудно их объехать, но я смог. Все хорошо прошло, я доволен своим результатом. Не упал? Не упал. В самой середине там был поворот, но там было сложновато. Я проехал вторую попытку, она была неудачной, но на первой попытке я проехал нормально. Я просто сегодня только второй день в жизни вообще на лыжах стою, и меня уже взяли на соревнования. Лепших на турниры у Могилеве вызначали у 4 узростовых группах. Большасть медалёв у господаров спаборництваў. Илья Соболев, Виталь Алексеенко, новины региона.